Да. Вот, продаются только в основном у меня очень-очень дешевые нарезки. То есть мы берем поле, там, ну, 200 гектар. Да. Ну, вот, отмежевали его и условно купили по 15, продали по 30. Вот. Это единственное, что продается на сегодняшний день на рынке. Вот продать что-то за миллион, за два и больше вообще нереально. Трудновато. Поэтому, да. Ну, практически, да. Ну, если вот по статистике, да, у нас идет там 50 участков в месяц мелкой нарезки, да, и два участка в хорошем коттеджном поселке, собственно. Все понятно, вы создаете пробки на дорогах, я понял, потому что вы нарезаете... Мы создаем пробки. Да, 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 да. Хорошего бизнеса вам, счастливо. Вот, все, он открыл новую страницу в моей жизни. Ты поняла, что я теперь буду делать? А я про это слышала уже. Я начну покупать первые этажи на Настена. Да. Мне хотелось бы, чтобы это было связано с таким образом, чтобы я мог спокойно провести старость, чтобы это было связано с каким-то независящим от моего здоровья... Все равно придется приезжать и проверять у управляющего. А чем должны заниматься эти мои офисы, Настена? Спа-салоны, ну все вот, что мы видим. Массаж и порнография. Мне кажется, массаж и порнография. Вам порнографию, а мне стоматологию. Как говорил Вуди Аллен, ты помнишь, Вуди Аллен сказал, что в одном из фильмов, по-моему, это было в «Ханна и ее сестры», а может быть, Энни Холл. Вуди Аллен говорил, что мне хотелось бы сделать карьеру в том, в чем я особенно успешен, например, стать донором спермы. Ну вот я... Небольшой банк. Можно видеосалон попробовать? Может быть, видеосалон? Не имея цели в будущем обратиться к массажу. Все виды массажа. Все виды в одной комнате. Все виды массажа.